Изменения в Конституционном суде – попытка взять его под контроль. Этого добиваются оппозиционные силы, которые стремятся парализовать государство в разгар пандемического кризиса и защитить темные групповые интересы. Так партия социалистов отреагировала на смену руководства КС и приостановление вступления в силу кредитного соглашения с Россией. А Игорь Дадон считает, что политическая оппозиция хочет спровоцировать хаос в стране, чтобы захватить власть. По сообщению ПСРМ, действия оппозиции по подрыву усилий правительства по поддержке граждан в период кризиса начались с решения исполнительной власти о переводе в госбюджет половины аэропортового сбора в 9 евро, уплачиваемого пассажирами. Группаря Кандушор прочитал залафел диачеек и гуверну Адичис, ка о партии Дин ачат таксы аэропортуары, таксы дистул ди скандаласы с ивинен бюджету ди стата инсприжену, бюджетлу инсприжену, чета тень лош. И ануме ачасты группари кандушор ши атакат ла куртя конституционалы, ачести дечизия ли гуверну, ачести дечизия ли парламенту, ачести дечизия комиссии ситуации лор эксепционали. Влад Бытрынча настаивает, именно после повторного одобрения инициативы парламентом оппозиционные партии решили взять под контроль Конституционный суд и спровоцировать кризис прямо в разгар и без того непростой ситуации, вызванной пандемией. Он уверен, оппозиция добивается того, чтобы государство было парализовано, чтобы власти не смогли выплачивать людям пенсии, зарплаты и социальные пособия. Видим, как фост дефапт оркестрате акционили декларациили лупта интри группари Кандушор ши Санду Настаси. Ши видим, как импреуны ей дефапт ин кондиции де криза, ин кондиции де ситуации эксепционалы, дыншей импреуны ау реализату он атака супра курсы конституционали. Рачести жокур, но ау ними комун ко интересу национал. Цинт эксклюзив жокурли ши амбициили политичи. Курте конституционала дефапт а девенит дуар о унялте în jocurile obscure politice și geopolitice ale grupării Кандушор și Настаси Санду. Социалисты говорят, что для всех этих оппозиционеров граждане – пустое место, а политические интересы превыше всего. О том, что те, кто с пеной у рта выступил против российского кредита, решили наживиться и подобраться ближе к власти, говорит и президент. Они очень надеялись, что у нас не будет средств у этого правительства. И мы не справимся. Они выйдут на улицы, что не платятся зарплаты и пенсии, и на фоне какого-то бунта, революции, придут они к власти. Вот почему они так кричат. Цели этих крикунов далеки от чаяний народа, на спине которого они и стараются пробраться к власти, говорит Игорь Дадон. Действуют уверенно, им не впервой. Опыт есть, и аппетиты не пропали. Против те депутаты или те силы, которые последние 10 лет были у власти, которые брали кредиты у западных партнеров, мы знаем, что произошло с этими кредитами, которые украли миллиард долларов из банковской системы. Вот они сейчас орут больше всего против российского кредита. Напомним, накануне судьи Конституционного суда сместили с поста председателя Владимира Цуркана. Его место заняла Домника Маноли, которая ранее была депутатом от партии Андрея Настаси. После этой рокировки КС приостановил вступление в силу соглашения о кредите с Россией.